Про буддийский Кыргызстан, дурбожи с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно. Сегодня понедельник, 10 октября. И мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас помолимся и попросим у Него защиту, направление. Мы верим, что Он нас благословит. Давайте обратимся к Богу. Это момент молитвы. Давайте сейчас поговорим с нашим Господом. Мой Господь и мой Бог, во имя Господа Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе в молитве. Новый день начинается, мой Господь, и мы нуждаемся в Твоем направлении, в Твоей силе, в Твоей защите. Иди, мой Бог, впереди каждого из нас в этот день. Направь, мой Бог, нас. Мы отдаем, Господь, в Твои святые руки все наши планы, все проблемы, все, что нам нужно решить, все вопросы на сегодняшний день. Мы все отдаем Тебе и просим, чтобы Ты направил нас, чтобы Ты, Господь, открыл нам Твою волю, направил нас, чтобы мы могли преодолеть все, побеждать и прославлять Тебя. Господь, поставь сильных ангелов вокруг нас и защити, мой Бог, нас, наших друзей, нашу семью. Защити, Господь, нас. Мы поверим, провозглашаем, что сегодняшний день будет успешным для нас. И поэтому мы просим, чтобы Ты, Господь, защитил нас, нашу семью от аварии, от зависти, от проклятия, всего негативного, потому что мы верим, что у нас будет, мой Бог, победа во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе за сегодняшний день, спасибо за дыхание жизни, за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Мы за все благодарим во имя Господа Иисуса Христа. Мой Бог, мы также и молимся за нашу страну. Благослови Кыргызстан, исцели, мой Бог, нашу землю, благослови, Господь, наш народ, защити наш народ. Мой Бог, мы 22 дня в посте, Господь, за нашу страну, за Твою защиту в нашей семье. Услышь, мой Бог, нашу молитву, защити, мой Бог, нашу страну. Мы благословляем всех жителей Кыргызстана, правительства, президента, людей, которые имеют власть в нашей стране. Дай мудрость, мой Бог. Дай им направление, идеи, чтобы они могли управлять нашей страной. Мы молимся за другие страны бывшего Советского Союза и особенно за мир между Россией и Украиной. Это наша молитва Тебе во имя Господа Иисуса Христа. Дорогие друзья, помолитесь со мною сейчас. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Слава Богу. Дорогие друзья, будьте уверены в том, что наша молитва была услышана Господом, и Он уже благословляет
сегодняшний день. Аминь. Я хочу сейчас передать вам направление. Вот что написано в Слове Божьем. Я сейчас прочитаю книгу Михея, 6 главу и 8 стих. В Библии написано вот так. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим». Дорогие друзья, три вещи здесь привлекают наше внимание. Действовать справедливо. Что это означает? Бог, дорогие друзья, Он справедлив. И невозможно быть с Богом, человеку, если он действует несправедливо. Что еще мы прочитали? Любить дела милосердия. Что это такое? Это не только быть милосердным самому себе, но и к ближнему своему. Стараться смотреть на других людей добрыми глазами и понимать тех, кто окружает нас, даже когда они ошибаются. И написано, смиренно, мудро ходите пред Богом твоим. Вы знаете, почему это написано в Библии? Потому что гордый человек не может быть в завете с Богом. Написано в Слове Божьем, что гордым людям Бог противится. Тогда эти три совета благословляют нас. Сегодня на работе, везде, куда бы вы ни поехали, используйте или делайте, как здесь написано в Библии. Действуйте справедливо, любите дела милосердия и смиренно мудренно. Ходите перед Богом твоим и вы увидите, как Бог вас благословит. Это Слово Божье для вас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра. По бишкекому времени вы можете присоединяться к нам. Кстати, напишите в комментариях, откуда вы участвуете в этой трансляции с нами. И добавьте в ваши комментарии вот эту фразу, что «Я буду действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред моим Господом. Я в завете с Ним». Аминь? Это то, что написано в Библии. И вы увидите, как Бог вас благословит. Хорошо? Сегодня понедельник. Мы ждем вас в Центре помощи Кыргызстана в 10 утра, в 15:00, в 18:30. Мы будем молиться за вас, за ваши финансы, за тех, у кого есть долги. Напишите на бумаге общую сумму ваших долгов и принесите, чтобы мы молились за вас. Хорошо? Мы ждем вас. Пусть Бог благословит вас обильно. Если это слово помогло вам, ставьте лайк, отправьте вашим друзьям, знакомым. Я верю, что тоже поможет и им. Хорошо? Хорошего дня. Пусть Бог благословит вас. Идем вперед и верим. Будем верить, что Бог с нами. Он позаботится обо всем в нашей жизни. Во имя Господа Иисуса. До свидания. Все, что сотворил ты, что с любовью созидал, преклониться пред величием мудрого Творца. Ты скажешь только слово, содрогнется вся земля. Нет сильнее имени Всевышнего Царя. Все изменится вокруг, я твердо убежден. Я верю, что даже небо
святой.